многие спрашивают, что... Что вы, в принципе, хотите здесь? Совесть? Да. Да ничего не хотим. Это когда люди подают информацию в виде новостей, уже готовы, прожиты, схаваны, пропущены сквозь сито мозга и выпущены какой-то продукт, готовы. Стихи, проза, танец, музыка, искусство писать картины. И в виде новостного блока, уже разжеванного, готового продукта в виде вот таких вот новостей, 100-200, подается. Сейчас мы занимаемся тем, что, в принципе, снимаем к этому всему тизер, видео, рекламку самих себя. Вы можете обращаться, если у вас есть что-то, что вы можете сказать, вот так в видеоформате передать. Звоните на почту или в Facebook пишите. Сейчас мяло руки нервозно. Сцепление посвящается внучке Морфе. Ну, на мне социалка, на Моне Рикун, это политика и... Что у нас еще Моне Рикун? А, и спорт. Анжела Аравина в мире животных, Ольга Новак, Погода. Влада Ильинская, семья, скорее всего, будет. Так, по чуть-чуть, семимильными шагами мы придем к готовому какому-то продукту. И нам нужны советы. Понимаем любую критику, договоримую критику. Не вы там говно, а там мир полный дерьма и педиков, это и так не обсуждается. Это все понятно. Но я считаю, что все-таки в этом мире полном личности и гениев мы можем сделать нечто интересное. Вместо того, что я смотрю с утра, и когда попадаю в ад на кухне, включаю телевизор, начинаю есть овсянку, и у меня начинается когнитивный диссонанс. Такое впечатление, что я попадаю в какое-то анальное изнасилование души, собственно. Ты не пробовал овсянку не есть по утрам? Что? Овсянку не пробовал по утрам не есть? Пробовал. Не помогает? Пробовал, ем. Ну что, давай дальше. Давай дальше. Леш. Да, надо вязать, потому что... Проект «Совесть» подразумевает под собой еще и приход новых участников. И новой крови, новых вливаний. В среду у нас с Борисом Григорьевичем до первой встречи, это один из учителей с Кривцовским. Валерий Хаид через две недели, в среду у нас тоже. Ждем еще Толика Доброжана, проект «Мистер Фриман», сценарист. Я бы очень хотел увидеть там Бахыта Кинжеева. Я ему написал, он говорил, что в марте, не знаю, сколько это. Опять же, делается все через соцсети. Да, да, нет, нет. Айлавик Петрович. Клуб КПД, спасибо Лене Богаченко. Поехали дальше. Все. На данный момент все. Давай.